Вера Брежнева завела разговор о своем разводе. Певица Вера Брежнева дала свои комментарии относительно слухов о романе ее супруга Константина Меладзе с певицей Эрикой Герцик. Также Вера рассказала о разговорах относительно развода с супругом. Дело в том, что в течение всего 2019 года в сети гуляли слухи о возможном разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе. Дескать, у композитора завязался бурный роман солисткой группы «Виагра» Эрикой Герцик, и это послужило поводом для развода. Как заявляет сама Брежнева, сначала на подобные новости она сердилась, потом пыталась эти слухи высмеивать, а теперь певица просто на них не реагирует. По ее словам, она просто устала убеждать других людей в том, что в ее семье все замечательно, и ни о каком разводе никто не говорит. Как утверждает Вера, у нее с Константином очень хорошие отношения, близкие к идиллии. Константин любит побаловать любимую жену различными подарками, причем подарки бывают разные. Путешествия, ювелирные украшения, книги. По словам Брежневой, она очень любит моменты, когда утром просыпается, а ее любимый играет на рояле. Она считает, что это лучшее начало дня для певицы. И эти моменты ей особенно нравятся.